Итак, всем привет, с вами я, Нейзи, и сегодня, собственно, я снова без Эмеральды снимаю, да? Чё? Чё сказал? Какой без Эмеральда? Я здесь. Ладно, всё, я снимаю с Эмеральдом сегодня. Вот это лучше. А теперь вывозят туда. Как он меня... Вылезай, давай. Я же говорил, что он бункер этот не найдет. Ну вот, это новое... Тихо. Это новая серия приключений в Майнкрафте. Да. Стрёмные приключения. И вот, собственно, этот бункер с черный. Там живут негры просто и все перекрасили. А в сегодняшней серии что мы будем делать? Мы будем охотиться. Собственно, пойдем, Эмеральд, скрафтим тебе винтовку. Только больше так не делай, окей, да? Мне тебя искать пришлось. Окей. Собственно. На кого мы охотиться-то будем? На Рейка и прочую дрянь. Смотри, собственно, на болоте в прошлой серии я три на раз. Кстати, у меня до сих пор нет винтовки, а у меня есть резы для давай нее. Лучше тебе калаш сделаем, а? Смотри, давай калаш. Смотри, нам... Или хотя бы резы для Макарыча. Для калаша, смотри, для калаша нужно 10 дерева. Дай, пожалуйста, мне 10 дерева. Ну, 10 дерева? 9 хотя бы. 9? Потому что мне самому можно в этот... Так, да. Сейчас тебе дам 10 дерева. В... Пожалуйста. Идти за... О, точно тут же растет дерево. Ну, я его срывать не буду, потому что... Ой, скинул. Так это именно дерево нужно, а не досок. Досок-то я и сам могу, умник ты. Ай. Печалька. Ладно, сейчас пойду нарублю. Только не вот это вот дерево, которое рядом с домом у нас. Это гивея, я знаю. А, это не гивея. Нет? Нет. Ладно. Так, собственно, в прошлой серии, господи, я так тут боялся ходить. Твою ж дивизию, тут рейки-крейки ползают, твою мать. Собственно, сейчас я даже, если я встречу рейка, то просто... Слушай, я уже нарубил, давай мне... Нарубил? Да. Иду к тебе. Я у кого дома тут. У меня тут еще просто было с собой. Я всего лишь одно дерево срубил, мне хватило. Окей, давай. А, давай, давай. Выкидывай, собственно, все его. Ага, так, значит, вот, выкинули, да. А деревцы, так, все, теперь у нас 11 деревцев у меня было немного. Так, и крафтим, собственно, калашик. Калашик и патроны к нему. Раз, два, все, на. О, спасибо. Калашик и... Перекрутой. Все. И теперь есть пошли калаш. Охотиться на рейка. Пошли, я одену свою шапку этого, как она называется, снайпера. Снайпера, это кольчуга обычная. Ну, она похожа на вот эти вот камуфляж снайпера. Похоже. А, точно, в этом фланс-моде же она есть. Это не кольчуга, просто взяли модель такую. Кольчугу-то скрафтить нельзя в игре. А вот эту можно, пошли. Ну? А, смотри. А, собственно, тут у нас рейки-крейки всякие ходят, бродят. Да, кстати, мы тут еще слизни находили. Да. Стоп, чуть-чуть. Или это было не здесь? Курица была, или что? Погоди. А, это курица была, да. О, я на гивех тут положу. Стоп, это что такое? Где-где-где? Ну там вот. А ну посвети. Ай, я упал. Где? Там вот. А, это листва. Я думал, что-то интересное. Стоп, кто тебя ударил? Меня дерево ударило. Оно злое на меня просто. А... Давай, короче, лезь сюда. Будем тут стоять, высматривать. Где ты эти потерял опять? Я на другом дереве. А, вот ты где. Окей. А, так, я тут поставлю факел. Ага. А что он не ставится? А, конечно, это же листва. А, собственно... Так, ну все, мы тут кемперить будем сейчас. Да. Получается. Если я найду рейка, я тебе скажу сразу. Как говорится, действуем сообща. Сообща. Так, можешь мне на разведку отправиться? Можешь, если... Так, я тут в ближайших местах тут покопаюсь. Ой-ой-ой. Чё? Не, ничего. Так, что это такое? Ну, тут шахта, да, была? Я вот в прошлой серии наткнулся где-то на нее. Иди за мной, стой. Я сзади. Ну. Где-то шахта была, погоди, найду. Так, окей, погоди. Mm-hmm. Ну-ка. А, вот, не, это... Господи, я кругами хожу, вот она. Вот, собственно, шахточка, да? Наша. Где шахта? А, вот шахта. И, значит, пошли. Опа. А тут... В смысле, ничего нету? Тут же... Лол. Это что такое? Как это? А может, это не та шахта? Подожди, давай посмотрим. Стоп, я... Там же... Там был проход. Погоди. Так, что за подожди. Бред?
а друг другая есть. Может, припутали. Такое что же может быть? Я испытываю какое-то дежавю, не знаю. А, блин, у меня мирная стоит настройка. Я думаю, чё рейка нету? Действительно. Окей, всё, теперь залезаем на деревья. Просто ща он должен зареспавниться, обязан. Что? На дерево, блядь, быстро! Залезай на дерево! Ты что? Твою мать, это стресс! Чувак! Капец! Капец, ты чувак, ты так больше не ори! Извини! Это не сколько от трека испугался, сколько от того, что ты закричал! А, и вот... А, блядь! Что? Да вот он стоит! Уходи! Уходи, пришелец! Уходи! Ты где? Уходи! Уходи! А уходи! Где уходи, он, уходи. Так, залазим! Залазим, говорю! Так! Так, где он? Где? А, он в этой лужице искупаться решил, да, зараза? Все патроны на него истратил, эту скотину. Искупался. А у меня Барретт, он где-то с 3-4 выстрелов вообще умирает, этот рейк. Этот рейк недоделанный. А-а-а, чёрт! Еще один! Где? А, здесь! Бля! А-а-а! Чёрт! Свети! Откуда тут три рейка? Тут три рейка! Какие-то... Твою дивизию, победите! Капец, чуть не убил, скотина морская. Ёкарный бабай. Два вот рейка, вот. Как, откуда? Откуда два рейка? Вы чё, охренели? Вы чё, совсем что ли у курыши, я не понял. Интересно, какой это вид рейков? Ну, типа... Стой, стой, стой. Рейк лесной, болотный. Рейк болотный, блядь. Рейк обыкновенный. Опа, вот ещё. Ты чё, что ли, есть один? Где? Вот, все, уже нету. Всё, они какие-то, не знаю, у них синдром Дауна какой-то. Они нападают сначала, потом убегают. Всё. Уходи! Уходи! Да твою мать, откуда они прутся? Откуда? Вот именно откуда? Я не понимаю. Тут что, спаунер где-то? Да нет, не знаю. Ты будь такой, понимаешь, я под водой сейчас смотрю. Да нет, нету вроде. Давай, ползи сюда снова. Куда ползти, куда идти, ко где мне, они? Вот я. А, вот ты а, где? А, он в эту лужицу упал. А, Ну и пускай там сидит. А, я знаю, что надо сделать, слушай. Не пугай. Что за курица? О, сзади, 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 крипер! Ухол. Ушел. Так, стоп. Чё? Ё-моё! Не пугай, я сказал! Ой, Петрович, ты тут что нарисовался? Какой Петрович, блять, там что, алкаш местный? Вот он вылез тут. Петрович, блять, ну и несёт херню какую-то. Что? Да задолбали эти рейки, откуда они прутся? Какие нахер рейки, вы чё? Уйди, блять, уйди! Я иду к тебе! Иду спасать! Так где ты? Я тут. Где? Так, Петрович пошел туда. Какой Петрович? Что ты несешь? Твою дивизию. Местный бомж, который тут брется везде. Так, Рейк, застрелю! Хватит кивать головой, да. Он Владислав поет, блядь. Ты что? Все, он умер. Умер? Ой, иди на вышку, Эмеральд, быстрее. Иди. Сколько мы рейков за эту ночь поймали? Не знаю. Поймали, 6. Убили мы их. Надо штук, сделать... штук 6 где-то. Надо натуре ловушку сделать для них. Иди на вышку, слышишь? Ай, иду. Меня поджог зомби. Ты что, кошмар какой. Сколько тут рейков было? Это какое-то место, оно рейками заполнено. Тут надо бывать по ночам и убивать их. Рейковое место. Оттуда можно свинятины. Слушай, а давай дадим название нашим этим территориям. Вот это вот, например, аэропорт. А то, например, рейковая долина будет. Или рейковое болото. Болото, как... блядь. Рейковое болото. Помнишь, слушай, точно, на болоте. Помнишь, в игре даже самой там рейки на болотах же? Рейк на болоте же жил, помнишь? Конечно. Ну вот. Теперь понятно, почему они там спавнятся. Да, атмосферный моб.
Собственно, вот, мы сейчас закончим эту серию. Она получилась уже на 10 минут. А, смотри. Тут этот чувак, который... А это мой телевизор. Нет, я его поставил. Все, короче. А, значит, вот такая вот серия получилась, помнишь, подъем. Ну вот, вот такая вот серия получилась. Только в этот раз я буду подъем. Мне очень приятно. Блять, фу, иди отсюда. Да я пошутил. Короче, вот такая вот серия у нас получилась. Я жутко орал просто. А, собственно... А у меня только один вопрос. Зачем ты садился на меня, когда я ложился на кровать? Я не садился. Я по кровати прыгал, ты не понимаешь. Вот так... Еще предъявил мне что-то. Ладно. Что ж, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. И всем пока. Пока. Да. И смотрите так. А, бейс джампинг. А, ой, погоди. Всем, блять, всем пока. А, блядь!